Добро пожаловать, здравствуйте, салам алейкум, друзья мои, это Раст, это Женя, это Олег, и мы будем строиться прямо у этого забора. Здорово. 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 Здрасте, забор покрасьте, будем строиться. Давай красить, да, давай строиться. Ну, ты же не Том Сойер, чтобы красить забор. Нет, я не буду так делать. Так, кит, какой мне нужен кит этот? Кит вайп. Ама мама, кит вайп. Так, что мы будем строить? Давай подумаем хотя бы. Что, какой дом нам нужен? Вот, смотри. О, многоуровневый. Думаю. Давай, смотри, отходи, сейчас сделаю. Опа. Смотри, сейчас красиво. Сейчас капелла. Тихо, смотри внимательно. Так, давай, смотри внимательно. Запоминай, смотри. Насколько внимательно мне надо смотреть? Во, смотри, фундаментальное строительство продолжается. Вот именно, фундаментальный, из фундамента. Вот, смотри, у нас закапеллочек здесь такой, а вот там такой. Это звезда, как в Марио получилось. Низ... пологий, а верх острый. Эй, ты чего такой пологий? Ну, извините. Ты чего такой пологий, брат? Брат пологий. Слушай, а что-то у меня... А ты ящик сандалит? Я хочу, нет, я хочу. Ставь его в центр сюда. А я не могу. А он не ставится. Cannot stack building privileges. А что так? А что там? Чей-то вон шкаф стоит, обоссаны. Ох ты, брыган. Так, выстроим. Быстро ставим сюда замок. А, это наш уже, все? То есть этот шкаф наш, надо его снести. Этот шкаф наш? Да. Не может такого быть, мы же не на земле. Но у меня застройка запрещена, написано. Ты же А как-то я буду его сносить? Ты долбиться в него, что ли? Ремув. Ты же его себе забрал. Ауф, ауф, я пропишу ремув. Псалом пополам. Все. А почему? О, смотри. Опа, давай, нормально. Что за викинг? Новая компьютерная игра викинги. Викинги. Нам не занеслись. Не, не заносили пока еще. Слушай, а я не могу что-то сделать. Я могу. Все могу. Целовать песок. По которому ты хотела. Не, я так не буду делать. А может здесь побольше надо? Слушай, я вот эту не могу поставить. Побольше всегда хорошо. А. Вот это. Ну, меньше практичнее, наверное, будет. Вот смотри, здесь стена. Сейчас. Слушай, вот смотрю. Эта стена, может, ее... О, куда ты смотришь? Надо вот эту штуку убрать. Куда ты смотришь? Я смотрю туда, где есть стена. Туда, куда и я, да? Я вот так сделаю, пока по-братски смотрю, чтобы нас не зарейдили просто на раз-два с кондачка. Вообще, по-хорошему, здесь может быть дверь. Но я думаю, это тупая затея, правильно? А боковое окошко не предусмотрено. А ты даже не можешь поставить сюда ни раму, ни ничего. Я к сожалению. Блин, можно... О, сюда можно ловушку, человек подбегает, бдых, вот так будем делать. Давай. Можно. Ну ставь, коль ты можешь себе позволить такое. Такую роскошь я могу. Слушай, а у меня что, дай мне дверь нормальную человеческую. Женя, вот это вот перекрестие, вот это надо будет убрать, мы ходить не сможем. Блин, какое перекрестие? Мне нужна... Нет, не проем, а дверь. Да на-на-на-на-на. И замок, если можно. На-на-на-на-на-на. Все будет хорошо, на. У меня для тебя есть кое-что интересное. Ну-ка, удиви меня. Личинку ты мне дал? Чью? Свою? Ну не свою же я отложил, ну, вот чтобы вот тебе вопрос. По-братски. О-о-о. Личинку отложи, братан, отдай. Классно, блин, отложи личинку по-братски. Ну я тебе кинул личинку. Это перебор. Перебор? Да нормально, что ты у нас в России. За это самое, сделай дверь там по-братски. Замок поставь, я тебе два скинул просто. Час. И снизу фундамент сейчас захандабачит, потому что дай мне ко мне, я сейчас обновлю дом наш весь. Держи. Что за это, как не камень, личинка Волька, какая-то. Волька, дома прикольно, так пролазишь. Так апгрейд базе. О, блин, все, вот все. О, найс. Слушай, все. Надо окна закрыть. Как-то. Я уже делаю. Эти сделай ставники. Да нечего. А что ты обоссанное дерево суешь? Я это металлически какая-то... сделал, ну. Говнина какая-то, не? Ну... Дом-карандаш, я не знаю, как это назвать правильно. Да, дом-залупа, я бы сказал, больше подходит. Так, смотри, ну, нас как-то не пройти вот здесь вот. Не вот будь туда так надо категоричен, смотри. Сейчас все сделаем. Посмотри в эту сторону, где я вот смотрю. Я вижу. Вот туда надо проходить. Блин, и что проходить? Куда ты кандалы в сандалил, зачем? Какие кандалы? Кандалаки. Райс? А. Смешно, блядь. Беда. Да я тоже думаю, что жопа. Ты, я про это сразу подумал. Так, смотри. Вот что я думаю об этом. Да. Блин, здание гнет, надо срочно загрузить удар ресиков. Надо.
Но извини, я сегодня не джин из лампы. Нет, я сделал все. Так что из пальца высосать не буду. Блин, дом звезда, это, конечно, хорошо. Залупа, а не дом. Смотри, вот это убирай. Чем? Нахуй она здесь нужна? Давай. Мы сейчас достроим. Мы сейчас с тобой сделаем кроссоты. Кроссауты? Кроссаут, да. Давай сделаем кроссаут. Вот, смотри, уже лучше. О, ну вот сейчас попросторнее, а то бомжатник ссаный. Вот, тут можно потом окна всандалить. Все дела. Сандалим. Хотя бы в деревце. Ну, я в камень сразу закатаешь по-братски. У меня пока есть еще места. Так, это хорошо. Ну, а что у нас тут за дверь поставь, дверь слева поставить надо. Да нечего пока. Сейчас я тебе сделаю так. Разъем. Проем, то есть не разъем. Да нету дверей, к сожалению. Ну как, только я сейчас сделал. Дешман, дешман, да. Я хочу хорошую сделать, сейчас все будет. У меня же есть металл. Так, ну допустим, ты понимаешь, как ты должен строить как растер? Ты должен думать, вот я зашел, короче, рыжу этот дом. Я выношу эту дверь, и я сразу получаю джекпот, понимаешь? Я как растер должен думать. Ну, естественно, не с копья же рейдить дома тебе. Тебе надо подумать головой, как ты будешь это делать. То есть твой дом настолько открыт. Ну, здесь ловушку надо ставить. Да нахер-то ловушка? Нет, надо еще пару дверей поставить. Опять двери? Блин, вот это сатанизм. Какой пароль? Алло, блин. Не тот пароль. Сейчас, секунда. Секундант. А, нет, не секунду, сам вводи. А, ввожу вводи, сам. Вводи, потому что... Вводить сам я умею. Так, во. И куда мы вышли? Что мы вышли, там ловушка такой же. Там же грантрэп поставим. Ну это да. Человек смотри, бежит надо... такой, хопа-хопа, и там бах. Надо какие-то еще секреты. Может быть, по второму этажу пройтись? По второму. Ну, просто тогда... некомфортно. Ну, смотреть надо, откуда тогда. Блин, ой, Женек, тут что-то не то. Я тот же пароль вводил. А, нет, подожди, не тот пароль. Вот. Короче, он постоянно сам пароли ставит. Мы с тобой не добавились в карифаны. Это не тот сервак. Нет, это у них все одна система теперь. А. Да. Ну что, получается? О! Во, ну все. Так, второй этаж. Надо выбрать тогда место, где лестницу ставить на второй этаж. Смотри, вот, допустим. Или не допустим. Сейчас. Мы этого не допустим. Блин, а если я стену буду ставить... А, о, винтовуху! Блин, о, нет, я же говорю, винтовуху. Но нам надо какой-то хитрый. Нахер это винтовая? Давай просто прыгать. Ставь вот эти вот полудурки эти. Ставь, или как они полублоки? Называются? Полублоки, да, полудурочки вот эти. Ну вот, готово, на. Полудеганы. Вот, убирай, во, убирай сверху. Будем подниматься, как настоящий растер. Самого дна. Самого днища. Welcome to my днище. Welcome to my world, ну. Вот. Смотри. The world of днища. А у меня кончились ресурсы, кстати. У меня дерево надо. Ничего страшного. Земля, матушка, большая. Ресурсов прокормит? Много. Mm-hmm. О, конечно. Так, здесь будет что-то типа смотровой, обстрелочный. А, обстрелочный. Значит, нам нужно видеть вот эту сторону, вот эту но сторону. Ну, самое главное, да. И сзади, и все. Соседей надо видеть. И вот эти вот две. А что это? А. Все. А больше не нужно. Ну и все тогда. В остальных случаях нас и так убьют. Так, а тут не ставится что-то. Так, кит, твоя печь сейчас пропишу по-братски. Кит. Я застрял. Алло. Это беда. Вот теперь нормально. А. Так. Значит, смотри. Вот ты замок-то поставил хорошо, но я ящик теперь залезть не могу. Еще и дешманский обоссанный замок. Искусство требует жертв. Да нормальный замок. Я не могу в ящик вещи положить даже. Пока не заработал. Вот, теперь второй этаж хотя бы уют. Вот в чем проблема была. Я прямо из этого окна вижу дом, который можно было бы залутать. Ну, дом, который уже кем-то подлутан, но еще как бы срок годности не истек. Поэтому пошли. Нафиг тебе тут металл? Случайно. Это случайно. Чувствуешь, как долбится уже по нам? Нет, пока еще не почувствовал. Не дошло. Ну, скоро придет понимание и ощущение. Так. Не, не надо. Лучше не надо. Лучше не надо. Пусть этим занимаются другие. Мне кажется, тут надо повыше. А куда выше-то? А. Ну, ты прыгаешь, тебя с окна хуяк, и нету больше. Перегородку всё захотел. Все, и не будет больше по-братски никаких шуток. Не, по-братски точно не будет уже ничего. И смертей. Хорошо, куда мы кладем с тобой вещи? Наверху, наверное, я думаю, лучше. Можно. Потому что, ну, как-то... Снизу это самое паленое. Так, привет, мои хорошие печуньки. Надо дать вам имена. Ты будешь Стелла, а ты будешь Артуа. Отлично. Так, мои малышки все, пошли работать. Твои малышки готовы? Они как две майнинговые фермы, смотри. Они работают во имя меня, во имя мое благо. Они жарят для меня, понимаешь? Класс, лучше кто сам еще жарил для тебя будет жарить, скажи, как так не Стелла. Самому лучше жарить-то. Слушай, ага. А может вот здесь нычку сделать, смотри.
Мы так, оп, иди куда сюда. Куда смотреть? Вот сюда иди. В этом доме звезды ничего. Вот сюда смотри, вот здесь нычку делаем под полой, а потом закрываем. Да, с копья ты это дерьмо не зарыешь. Вот хорошо. И я про то. Вот. Что такой дешманский ящик-то, блин? Сурян других нет. Блин. Ну что опять говнозамки? Я не смогу туда залезть же, ну это санина вонючая. Да ладно, что ты, нам не привыкать. Это плохо. Так, допустим, а если теперь я смогу поставить... А вот теперь все. Ты знаешь, у меня целый поезд. Cannot build with clothes, to космодром написано. Да вы офигели, что ли, блин? To космодром? Да, to космодром по-русски написано. А нафига две, Жень, нафига две? Ну, а какая разница, все равно я не могу теперь поставить ничего. Так убери ее. А одну убери, в мою складывай. Нифига себе, блин. А вот теперь космодром. Ну, извините, вы ставите ближе к космодрому, так нельзя. Зашибись, ну спасибо. Всему виной космодром. Хорошо. Минутка идиотизма закончилась. Чё, да ты убери ты этот замок дурацкий, я не могу в шкаф залезть даже, ну. Это говно, не знаете, нормальный замок скинул лучше, по-царски, на. На, хороший. Сочный замок, сочный. Да, ну ты его кинул, блядь, в такую жопу, что оттуда достать его сложно. Блин, что, серьезно? Я не, да, не могу, прикинь. Санина, вот между небом и землей, понимаешь? Ну как вот быть-то, а? Вот так, второй надо делать. Блин, ну ладно, сделаем без проблем. Ладно, сейчас. Я разрешаю проникнуть в стелу. Взять немножко металла. У меня есть замок на проникнуть в стелу. Держи, лови. Блин, стела только обрадовалась, смотри. Аж печка жарить стала лучше. Аж попу припекло. Во, вот это нормальный замок. А какой пароль-то там опять? Да ёб твою мать. Да. Все тот же. Да не работает он, я автоматом ставит. Женя, все тот же, я не ставлю автоматом. Наш любимый с тобой пароль на всех дверях один и тот же. Ну... Я сейчас попробую, давай. Смотри. Ну смотри, твой возраст. А, да, заработал. А, вот. Мой возраст все. Сработал, да. Так. Ну там схема была просто. Была схема. Итак, я предлагаю выйти на свет Божий. Что-то и попробовать полутать. Внять в себя немножечко хорошего настроения. Да, блин. Да что ж такое, бля, что ж там не так-то? Эти замки, босс. Да не то подходит сиськи, пароль. Вот одна сиська зеленая, вторая сиська красная. Представь, не подходит пароль. Да ебаный сыр, ну ладно. Угу. Ты именно что сыр. Так. Выходи, Иуда. Давай, выхожу. Вот. Выходи. Побежали. Я еще смотри. Не предавал никого. Выходи, Иуда. Ты забыл наши священные пароли. Как можно было? Я-то не забыл. Просто они не подходят. Так, окей. Просто для этой ерунды нет места в моей голове. А, вот ты не запоминаешь пароли? Смотри. Нет, я тебе говорю. О, ничего себе ящичная. Смотри, а? Они по скатам сделали, прикольно. Да, скат хорошая рыба. Чуть не открывается. Ага, очень хорошая рыба. Так, ну там ничего нет, они залутаны, потому что все уже. О, Мишка. Нам Мишка нужен. Да, у нас уже две печки есть. Мишка, как твоя улыбка? О, я вошел в медведя. Мишка, где твоя улыбка? И реал, да? Можно было так ныкаться, между прочим. Ну, как, ноги твои видны, задницу видно. Не получится. Блин, шерсть прикольная такая, слоистая. Добыл? Тебе нравится. Нет, я жду, как ты добываешь. А, что за фетиш, блин? Что может быть... Нет, что может быть приятнее смотреть, как кто-то добывает, работает, чем самому работать. Ну, естественно. Золотые слова. Угу. Поэтому, если есть напарник, пусть работает он. Зашибись. Это уже Том Сойер, братан, все. Не. Это беда. Том Сойер так не делал. И Гекльберри Финн. Гекльберри Финн. Том Сойер. Гекльберри Финн. Так, минута пения. Ты знаешь, пения. Это ау. Настолько бесполезное кривляние сейчас да. было, что в нем даже смысла нет. Ну почему? Смешно прозвучало. Ну, в принципе, да. Если бы буква А была бы смешной, мы бы на ней тоже смеялись. Да. Найдутся ценители на этот юмор. Да. Надо их, задавать в принципе, юмор. Как и покупателей на дорогие коньяки. Да. Мало. Да. Ну, извините, не все богаты. Не у всех есть друг, который будет заработать за тебя. Да, кстати. Поэтому... Так и живем. Вот так и живем. Поэтому так и живем. Вот тебе тематический юмор. Там человек бежит. Ну и насрать ему на морду. Опять? Бежит. Окей. Ой. Вот и... Сейчас посмотрим, ой, кто кому-то куда наложит он бежал, на морду. Сейчас спросим, куда бежишь? А он уже помер же. Ты же его ухандохал. Бежишь, милый человек. Я выстрелил и тебя нет. Гаспачо. Оу. Что, это в тебя, что ли? Нет. Это ты его убил.
Ну, я-то понял, но там кто-то еще стрелял. Слушай, я надо какую-то цель наметать, а то мы бездумно бегаем. Я антонил. Сейчас мы посмотрим. Там есть остров на другой стороне, но зима. Кого ты там антонил? Пошли к дороге лучше. Пошли лучше к дороге, да. Антоним. Хватит! Хватит. Как делать? Остановитесь. Давай. Остановитесь, блядец. Со смыслом. Ладно. Ой. Что такое происходит? Так это раз, что ты удивляешься-то? Вообще, к дороге будем? А, мы к дороге. Так бери левее. Мне кажется, надо развал сделать. Что-то меня клинит вправо. Сзади будете делать? Нет, сзади уже было. Да. Ну тогда ладно. Сзади делали до вас. Опа! 1300. Ну, это несколько раз шуток про тракториста. Ну. Ой, кажется, я сейчас помру. Нет, не жизнь. Или бежав до истины своей. О, привет. Не расстраивайся, сейчас все будет. Я ни разу не умер. Чем мне расстраиваться? Ну, чтоб ты не умер. Ты же, как говорится, я поднимешь же, да. меня. Олег, ты же не Россия, чтобы тебя поднимать, да? С колен. Ой. О, склад. У нас настолько узурпаторский юмор, что мне аж стыдно стало. За это надо вешать, наверное. Так. Не, не надо, не надо. Я же не игрушка. Елочная. Новый год скоро, между прочим. Но зато я знаю, как ты теперь ко мне относишься. Ты готов меня повесить. На елку? Опа. Опа. А я нашел дробовик. Я нашел гроб. Жень, на. Делай выводы. Ой, автомат! Хорошо, тогда не надо. У меня 3 ружья с собой, я домой. О, да, я тоже. Это очень плохо, потому что... Надо... А как домой? А, блин, я дома не прописал хом. Ай, дэмит! Ой, шутил, шутил, вот дошутился. Вот хохотал? Нахохотался. Я тогда на тебя. А я поставил. Ты на меня? Угу. Я же не черная, чтобы ставить на меня. Ну, красным будь. Можешь быть белым. На белое не ставит. Я поставлю. На зеро. Сам ты зеро. Сейчас домой будешь телепортироваться, зеро. Все, я дома. О, я на тебя. А я не приму. Вот так вот, да? Ладно, давай, понеслась. Чё ж у меня вылезло меню, как его убрать? Закажи что-нибудь. Это беда. Бля, вот это красиво было. Это очень слишком тонко, это не поймет никто. Это никто не поймет, это не оценит даже. Даже не вспомнят спустя неделю. Даже лайк не поставят. Mm-mm. Даже не зайдут посмотреть. Шутки должны быть такими, чтобы ты приходил в супермаркет и смешил продавщиц. Вот такое должно быть. Она тебе в ответ. Охрана отмена. Аля! Галя, шо по отмене? Галя, карту. Снова отмена. Пришел этот веселый гай, парень. Ага. Ну, гайс, ну, парень с английского. Шо, не смешно? Гай на поре. Ну, да, да, да. Так, я складываю ресурсы. Давай. Какая ценная информация. Спасибо, что держишь меня в курсе. Обязательно. На то и существуют друзья. Я поставил еще 2 печки для тебя. А почему для меня? Чтобы они жарили меня? Да не тебя! Печки кого? Для тебя! А для тебя! Горят вот эти печи! И для тебя! Томится где-то печень! Для тебя! Я плавлю всю руду! Вот что ты делаешь? Прекрати! Хватит! Куда ты? Да говно всякие свиные ноги вот эти. Ну что, все? Что это у тебя за такая вот эта штука в руках? Куколка. Бомбинг написано. Бомбинг? Бомбинг-эс? Да, бомбинг, мазь такая была. Ты мне скажи, вот ты вот пока я его тут готовил, почему ты не улучшил? А у меня с собой не было таких ресурсов. А ты где находишься? Напомни мне. В доме. А в доме что? В доме все. Но у меня все инструменты. А в доме есть ресурсы. Они у меня не с собой просто. Молотки всякие. Понял. Короче, успеем. Ну, действительно. Если нас не убьют до этого, успеем доделаем. Так. Дорога, кстати, позади нас. Давай, сразу туда.
хоть дорожку. Надо выйти посмотреть, да? Да, в другую сторону, в ту сторону мы хотели. Главное, что ни людей, никого. Нет. Вот это я понимаю, Раст. Угу. 240 человек в онлайне, ни одного они? Живого. Не знаю. Вон взрывает что-то слева, что не устраивает. Меня или тех, кого взрывают? Обе стороны. Я не знаю. Тогда не знаю тоже. Так, ладно, давай. Блин, кровотечение. Что такое, лагануло? Нет. Ладно, тогда ладно. Ну смотри. Куда? Прямо? Жень, эти двери можешь не открывать, там ничего нет. Да я уже... Я уже оценил, я уже побывал внутри. Ага. Так, что у нас есть вообще по дороге? Склад, о, склад. Замечательно. А не его ли мы лутали с тобой? Нет, мы же в противоположной стороне были. Это другой склад. Ой, там тело бежит. О, давай его гасаним. Давай его аккуратно. Только не... Вода, поближе давай. Да, конечно, поближе. С такого расстояния, что... Сейчас он забежит внутрь, смотри. Все, внутри. Вон, да. Давай. Тут? Ну, он там сидит за ящиком. Я убил его! А, блин, меня поднять бы, я бы упал. Че у него есть? Это клан, блин, К9. Ядри, сейчас нам абзац придет. Пушку мою забрал. Что так долго поднимается-то? Сейчас придут убивать меня. Капец. Это из того дома вышли, из большого, походу. Все, бежим, бежим, бежим отсюда. Блин, что ты там у него взял? А, калаш. Калаш. Все забрал. И твою тоже забрал, не переживай. Да, нормально, нормально. Сейчас главное красиво слиться, Жень. А как же зарядить дом клановый сразу, сходу? Да не, надо подготовка. Я ж копье не брал, ну да. Хорошо. Я забыл. Про сам. Дай мне оружие, сбрось немножко. Сейчас, секундочку, держи. Ой, это в нас? Нет. К9, это хедтоп Ротинс завалил. А, это их там рубит, нормально. Да, да. Сейчас я домой, ТП. Так что ты пешься домой, дом-то рядом, вон он. Все, я приоделся. Угу. Так. 5 секунд, я скину просто калаши, мне сейчас не надо. Угу. Может, на следующий видос оставлю. Так, К9, это наши соседи. У нас соседи что-то вообще тихие пока. Нормально, так ты! Блин. Шо, пацана? О, червяки. Серый. Чувак на рыбалку ехал. Возможно. Лошадь. Слушай, а на лошади вдвоем нельзя, не знаю. Не, к сожалению, по-моему, это если есть занято написано. Сразу занято. Понял. Да. К сожалению, увы. Пока нельзя. Так надо хорошо. Как-то обижать его. Спускайся аккуратно. Ну, аккуратно не всегда получается, к сожалению. Ну. Так. Ну вот, смотри, мы сейчас вдоль берега обойдем и выйдем как раз к той дороге, где было то тело. Что у меня с аптечкой? Ничего. Слушай, а мы друзья не добавились? Да, кстати. Создать команду давай. Давай. Все? Что-то не создаю. Я создал, что-то не могу тебя законнектить. А, давай. Во. Все, отлично, зелень появилась, все. Вот теперь как-то чувствуется сразу. Сплоченность, да, появилась? Чем мы сразу это не делаем? Мы оттягиваем удовольствие. Сомнительное удовольствие. О, нифига тут открывается. Слушай, мне кажется, он бежал рейдить. Так он из своего дома бежал. Вот нахера ему брать 500 патронов, калаш, фулсет, чтобы пойти ящики полутать? Ну да, чтобы просто кого-то пострелять. Вот он побежал, вышел на охоту. Он хищник. Предатор. Жалко, что ему такие хитрые овцы попались. Да... Именно овцы, блин. Сыкливые. Да мы же не сыкливые, что. Ну, овцы-то сыкливые. Ну, в данном случае, видимо, мы смелые. А вот и их дом. Вот это? Ну. Или... Да не, вряд ли. Не, подожди, это не то. Нет. А, похож. Похож. Хм. Фига. Пробеги рядом, сделай вид, что ты их рейдишь. Угу. Покажи умный вид. Пробеги рядом. Сделай вид, что ты их рейдишь. Хорошо, ладно. О, вот теперь ты рейдишь. Зашибись. Откуда? А, 260. Я лежу. Ну как, ползаю. Ко мне бегут. Сейчас смотри, он бежит. Сколько на 291. 290, 300, 310. НВ. Серьезно? Я еще живой. Птицы летают.
Значит, ты еще живой. С деревьев птицы полетели, я офигел. Откуда в расте птицы? Меня убили. Я убил его. А меня убили уже. Бля. К9, чикен сэндвич. Чикен сэндвич? Ага. Где твой автомат, тварь? Рядом. Он тут рядом? Мой автомат. А. Подожди, а как он тебя убил, где ты? Да их двое там уже. Блять. Как оказалось, как выяснилось, их двое. Бля, придурок! Все? Да. Я взял его этот калаш, там все дела, чикен сэндвич, да, бля, хуендвич. Значит, их двое все-таки было, точно. Ну, одного я точно убил. С пистолетом, да. С пистолетом, понимаешь? О, тебе пишут, ТБД, what happened? В смысле, what happened, блядь? В чате тебе пишет он, what happened? Я вижу, что он пишет мне в чате, а что случилось-то? Напиши nothing. Nothing, хуётвинг, бля. Вот так и напиши ему. Английский транслит. Не, не буду. Ты дом давай улучшай, возвращайся домой. В следующей серии. Что же будет дальше? Что останется от овец, которые сразились с волками? Стадо овец. Кто выживет в следующем эпизоде? Выдави из себя правду, поставь лайк.